Приветствую вас, друзья. Значит, первым делом хочу обратить ваше внимание на микрофончик. Микрофон, я делаю запись на микрофон, петличку Боя. Вот такой вот. Кто знает? И сейчас будем распаковывать, соответственно, радиомикрофон. Хотел не показывать эту фигню, думал, фигня полнейшая. Но, блин, друзья, штука шикарная. Не нашел, кстати, ни единого обзора на такой микрофончик. Ну и начнем с того, что продавец положил в коробочку нам в посылку вот такой подарок. Брелок, четырех какой-то личник, клевер, не знаю, что-то такое. То есть металлический, увесистый, добротный, друзья, брелок. Так, ладно, с брелком проехали. Итак, у нас микрофончик поставляется в такой коробке. Запаковано, запечатано было просто идеально. Продавец отлично относится к своим товарам. Вот пакетик именно от этого микрофона. Ну, соответственно, плюс еще пакет с посылкой. Итак, поехали. Значит, что у нас тут есть? Читаем. Сверхнизкое время, ну, я так понимаю, задержки. Время работы до 10 часов. Звук в реальном времени, умное шумоподавление. И так, у нас синхронизация звука, соответственно, с видео и очень-очень компактный вид. Про вид, друзья, это просто шикарная вещь, действительно компактная. Видите, как все у нас упаковано. Отлично, красиво. Давайте вынимем. Конечно, я уже его поюзал, потестил. Мне очень понравился. Ну, кому как, конечно. Очень понравился микрофон, исполнение, компактность, легкость. Так, смотрите, у нас здесь в этом пакетике идет запасная прищепочка. Вот такая микруха. Микруха, микроша. Так, запасная прищепочка. И идет, друзья. Так, у нас коробочка пуста. Идет вот такой вот мешочек, соответственно, для переноски и хранения нашей гарнитурки, будем называть ее так. И, соответственно, кабель зарядки. USB Type-C. Надеюсь, видно. Так, что касаемо далее. Далее у нас идет, друзья, инструкция на китайском и английском. Но абсолютно ненужная, я вам скажу, макулатура. Ничего здесь интересного я не вычитал, не нашел. Все до боли понятно и так. То есть она подразумевается, вот этот радиомикрофон. Подключи и работай. Шикарная штука. Значит, смотрим. Непосредственно наша петличка, что собой представляет. Размер ее со спичечный коробок. Около 5 сантиметров. Имеет вот такой вот вид. Ой, даже в руках держать сложно, она настолько маленькая, друзья. Есть кнопочка питания. Давайте включим. И вот таким вот образом все это у нас дело горит. Сейчас мигает, а когда мы подключим наш приемник в телефон, это, соответственно, будет гореть постоянно лампочка зеленая. Другого цвета не меняется. Так, выключим пока. Шумозащиту снимаем, ветрозащиту. И у нас вот такой вот микрофончик там. Маленький, удобненький, отличненький. Надеть у нас. Так, значит, вот я показал компактный его вид. Извините, что вот так на руке, но настолько маленькая вещь и классная, что по-другому никак. И, друзья, соответственно, сам приемник. Вот так он выглядит тоже. Type-C. Type-C. Значит, друзья, смотрим, как он смотрится на телефоне. Взял с винишки телефон. Телефон, обращаю ваше внимание, с чехлом. Видите? Толщину чехла, и чехлу он никак не мешает, вернее, чехол нашему приемничку. При подключении у нас загорается индикатор красный, что указывает нам на то, что наш микрофон в данный момент времени работает. Давайте включим микрофон, а я его не выключил. Вот он синхронизировался мгновенно, и видите, горит у нас зеленый индикатор. Значит, что касаемо, друзья, автономности. Ну, конечно же, написано на коробке 10 часов. Я никак не могу ничего писать и работать в этом пределе. Мне, я снял видео, и достаточно. Вот, поэтому я ничего по автономности не скажу. Опять же, есть у нас гнездо зарядки Type-C. По автономности ничего не скажу. Но штука
Очень шикарная. Значит, смотрите, я записываю свое видео сторонним приложением, так как при подключении 3,5 разъема джек к телефону, допустим, к оригинальной камере телефона, у нас оригинальная камера не поддерживает выносной телефон. Здесь же, куда ни подключи, все работает и с оригинальной, и не с оригинальной, просто отличная вещь. Значит, давайте, смотрите, не зря я положил сейчас микрофон сюда. Я сюда кладу петличку. Я надеюсь, индикатор видно. И сейчас я на горячую просто переключу наши микрофоны. И посмотрим, какой звук, чтобы вы могли сами определить, какой лучше звук, какой хуже, и т.д. и т.п. Итак, переключаем. Вот я отключил 3,5. Запись звука должна перейти у нас, соответственно, на видео, на звук самой камеры, самого телефона. И включаю. Так, микрофончик у нас, мы видим, подключился. Ну и чувствуете разницу, так сказать. Микрофоны лежат в одном и том же... Что ж ты не ложишься? В одном и том же месте. Вот как я до этого что-то там вам рассказывал. И теперь. Соответственно, друзья, сейчас мы пойдем на улицу. Я вам, наверное, покажу, какое же расстояние может, так сказать, брать или на каком расстоянии работать может данный микрофон. Ну, такие расстояния, конечно же, нигде не пригождаются. Вот я уже проверил, вам скажу, это порядка 50 метров. Вот, но когда я иду спиной, допустим, к приемнику, где-то на расстоянии уже 35, от 35 метров начинаются такие перерывы. То есть, что нам говорит о том, что мое тело закрывает, вот не пропускает данный сигнал. Если же повернуться лицом, опять же, к телефону, петличкой к телефону, то звук пишется просто идеально опять. Ну что, погнали на улицу, посмотрим и закончим наш данный обзорчик. Значит, друзья, забыл совершенно сказать о зарядке. Значит, я хотел подзарядить до конца, соответственно, и саму петличку, и приемник. Вот, заряжал часов 5. Никаких индикаций не поменялось, как красным индикатор горел, так и горит. Вот, не знаю, сколько его заряжать. Видимо, там нету никаких зеленых индикаторов. Ну что, сейчас я пойду в конец участка. Отсюда это примерно 48 где-то метров. Будем считать 50. И буду что-нибудь говорить там раз, два, три, а вы слушайте. Поехали. Раз, два, три, проверка микрофона. Раз, два, три, проверка микрофона. Раз, два, три, проверка микрофона. У нас сегодня какой-то тут, друзья, ветерок. Не знаю, будет ли слышен этот ветер через шумозащиту нашего микрофона. Где-то на этом уровне примерно должны быть прерывания связи. Как-то так. И вот достигаю рубежа порядка 50 метров. Вот я около забора. Постучу, чтобы слышали, меня видно, чтобы видели. И вот я повернулся лицом к микрофону. Вот смотрите разницу. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка микрофона. Раз, два, три. Пробираюсь через свой огородик. Вот. Ну, я думаю, что микрофон стоит своих денег. Отдавалось что-то порядка около 30, по-моему, долларов. И это лучший микрофон изо всех микрофонов, что у меня были. Ну, имеется в виду, друзья, радиомикрофон. Ну, как-то так. Значит, вы все слышали и видели сами. Микрофон мне, в принципе, понравилось. Конечно, наблюдаются немножко какие-то шумы по сравнению с тем же боя. Немножко мне качество меньше нравится. Но, опять же, не привязан, друзья, к проводам. Где-то что-то работать, если надо ходить туда-сюда и показывать, снимать, это лучший вариант. Все, на этом всем спасибо. До новых встреч, до новых видео. Всем пока. Все, кино не будет. Электричество кончилось.